просто устал. Не хватило добавить. 4 боя подряд, все-таки сложно. Соперники были как и Казахстана, так и украинцы. Ну, то есть за все вот эти... То есть 4-й день подряд тяжело. Может, не восстановился где-то, не отдохнул. Не... Ну, организм тоже как бы изнашивается, поэтому тяжело было в плане физическом. Накатить где-то в 3-м раунде соперник подустал, то есть я был уставший, вроде пытался, старался, но немножко не хватило, 2 удара. С каким настроением покидаешь соревнования? Да с хорошим, послезавтра, точнее завтра, еду на сборы, готовить олимпийскую сборную нашу, которая отправляется в Лондон 20 числа июля, защищать нашу честь страны Украины. То есть, ну, поедем, поможем. В моем месте Шелестюк, Тарас. То есть надо помочь парням подготовиться. Спарринговаться с Тарасом будешь? Да, да, помогать готовиться. Ты его знаешь давно уже? Да, да, мы встречались несколько раз. Понятно. Слушай, ну ты же знаешь, что ты был единственный представитель Донецкой области, который да, был в финале. Да, сегодня это я знал. Как бы да, все проиграли. Было из Мариуполя хорошая команда, из Донецкой области. В общем, было много собрано боксеров, но все проиграли по каким-то причинам. Где-то кто-то сильнее, слабее, все проиграли. Остался один я, да, тоже не сумел отстоять, так скажем.